Привет, ребята, опята! Меня по-прежнему зовут Дарья, и в руках у меня укулеле, а это значит, что это новый... Разбор на укулеле! И сегодняшнего разбора мы повышаем немного планочку сложности и будем разбирать песни, где есть аккорд барре. Но не переживайте заранее, я объясню вам все просто и понятно. И сегодняшнюю песню, которую мы будем разбирать, группы Маши и Медведи под названием «Любочка». Но для начала давайте послушаем, как она играется. Синенькая юбочка, ленточка в косе. Кто не знает Любочку, Любу знают все. Девочки на празднике соберутся в круг, а как танцует Любочка. Аккорд G. Мы ставим палец на третью и первую струну второго лада и на вторую струну третьего лада. И следующий аккорд, аккорд B7. Мы ставим барре на второй лад. Барре — это когда мы сжимаем все струны одним пальцем, как бы вот так вот. Как проверить вообще, как звучит барре? Звучит ли оно вообще? Мы начинаем играть каждую струну. Вот тут у нас не до конца зажато, значит, надо зажать сильнее. Если у вас слабый палец, то давайте мы поможем ему третьим. Зажимаем вот так вот. Уже более-менее звучит. Отлично. И осталось нам поставить на третью струну третьего лада палец. B7 готов. И следующий аккорд, аккорд C. Мы ставим палец на первую струну третьего лада. Далее у нас идет аккорд CM. То есть это как бы до минор. В общем, мы зажимаем уже тут полубаре, то есть не весь лад, а только три струны нижних, то есть первую, вторую, третью, на третьем ладу. То есть С, СМ. Далее у нас опять повторяется G. Далее мы играем аккорд D. Мы зажимаем четвертую, третью и вторую струну на втором ладу. И заново аккорд C. Давайте теперь по порядку все аккорды в куплете. G, B7, G, B7, C, CM, G, D, C. В припеве у нас играются только аккорд G и B7. Какой же бой в песне? Бой в песне вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Но при этом этот бой мы повторяем два раза на один аккорд. То есть синенькая юбочка. Вот и все. Вот и весь разбор. Спасибо большое за просмотр. Можете поставить свой лайк. Также пишите в комментариях, какую песню разобрать мне следующую. Ну, если вам нравится мое творчество и разборы на укулеле, то можете рассказать о нем своим друзьям, товарищам, одноклассникам, брату, сестре, собаке. Почему бы и нет? Ну, а с вами была Дарья. Скоро увидимся. Пока!